В Казахстане за год произошло снижение туристического потока на 16,5%. Если в первом квартале прошлого года на отечественных курортах отдохнули 96 тысяч человек, то в этом 80 тысяч, по данным Комитета по статистике. Туристов становится меньше, несмотря на рост количества гостиниц, домов отдыха, бунгало, туристических баз. При этом заполняемость снизилась до критического уровня. Отмечается резкое падение в Щучинске и Бурабае. Число отдыхающих снизилось на 4 тысячи. Вдвое уменьшился поток в Кендерле. Многих сдерживают плохая дорога и сервис. Второй проблемой они называют малое количество компаний, которые готовы обслуживать по внутреннему туризму. По сравнению с прошлым годом, туристов, отдыхающих внутри страны, стало намного больше, в 2-3 раза. Но, несмотря на это, информации у населения о внутреннем туризме мало, не хватает. Многие не знают, какие у нас есть курорты, кроме самых популярных. Даже не знают, как забронировать онлайн. И туркомпании многие стараются заниматься выездным туризмом.